Девочка из фильма, что с тобой сейчас? В мире нет красивей и печали глаз. Девочка из фильма, что с тобой, скажи? Как же ты смогла без фильма жить свою прожить? Первая работа, которую представила Рената на международный онлайн-фестиваль «Золотое сечение», это клип на песню «Девочка из фильма». Идея создания пришла внезапно во время подготовки к виртуальному концерту, посвященному 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Запись звука, режиссерская работа, монтаж видеоролика. А затем оставалось лишь дождаться результатов. В итоге звание лауреата второй степени. На идею создания клипа подтолкнули подвиги наших прадедов и дедов. Мой дед относил сводки с полей прямо во время войны. Он был ребенком. Дедушка с удовольствием принял участие в данном видеоклипе. Ему очень понравилась и задумка, и идея. Я была очень рада, потому что это очень большая, значимая для меня победа. На суд жюри международного конкурса Рената отправила и еще один ролик под названием «Тайна моя девичья». Нужно отметить, что не только для Ренаты и ее преподавателей этот опыт был новым, но и номинация «Видеоклип» в международный конкурс была введена впервые. Краснокамцы хорошо себя зарекомендовали, и вторая творческая работа принесла им звание лауреата третьей степени. Сам видеоклип, он снимался у нас не на профессиональную аппаратуру. Мы снимали на обычный телефон. Вот, и это, может быть, не было так профессионально, все вот эти переходы, и в этом, конечно, была сложность. Нам некоторые судьи это подметили, сказали то, что немножко нужно поработать. Вообще идею на создание видеоклипа предложила нам преподаватель художественного отделения Регина Рашидовна. Ей большая благодарность за помощь в создании. С этими видеороликами Рената Тагрифуллина представляла Башкортостан и вошла в число лучших. Теперь ей предстоит показать творческие работы в финале международного конкурса. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».